Прошла ночь, наступило утро. И за ночь у нас вылупилось тут много цыплят. Не так много, как хотелось. Вылуп отстает от показателей нормативных. Но все равно не так уж и печально, как могло бы быть. У коллеги только 50 штук, что ли, в районе со 120 осталось. У меня вроде, надеюсь, побольше. А от чего это случилось? Ну, скорее всего, была смещена поставка. Мы договорились на одну дату, но в нужную дату нам не смогли поставить и сместилось на несколько дней. Думаю, это были те же яйца, просто выдали их чуть-чуть позже. И поэтому их инкубационная способность намного снизилась. Ну ничего, практически всех продадим, чуть-чуть остается. Ну и хорошо, сегодня должны приехать забрать 50 цыплят. Хотя бы заказ выполнен, и себе чуть-чуть на расход. Такое вот оно, инкубирование. Не так уж все легко и просто. А эти ночевали в ящике. Сейчас досыплю тех, что из брудера. И поставлю им наконец-то водичку. Да и надо будет поехать еще и корма купить. Старта. Ну какие они. Черные пятнышки красивенькие. Да вообще все они красивенькие. Чуть фудов их вроде нету. Ну и хорошо. Отсадил два десятка цыплят. Итого их у меня 75. 21 яйцо. У меня вот такие вот. 20 непроклюнутых. 21 вот он первый проклюнулся и сдох. Ну и здесь что остается? Мы сейчас скорлупу уберем и посчитаем. Может быть кто-то еще и тут и вылупится, но то уже так. Ничего хорошего из этого не будет, из того, что вылупится. Напомню, закладывал 120 яиц. Возможно, одно разбил, да, кажется, одно разбил. 119. Минус 21. Уже 99. Так, и считаем, что у нас осталось. Осталось 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 23 плюс 21. 44 и одно разбил, 45. Вот. Минус 45 яичек. Все, инкубатор можно выключать. Да без всяких можно брать его, да и выключать. Вот этот вот наклюнулся. Но умер. Отключение инкубатора. Выключили. Отдыхай, мой друг. Вот надо тебя мыть. У одного цыпленка вывалились кишки. Вот его еще надо посчитать в минус. 46 штук в минус. Из 120. В общем, процент вылупления хреновый. Вот такие вот они. Переключение на инкубационном яйце. И с цыплятами. Вот так выглядит 75 цыпляток. 50 плюс одного сегодня заберут. И останется нам 24 штучки на расплод. Ну тоже ничего, пойдет. Так что такие дела. Не без этого, не без этого. Второй раз у нас похожая ситуация. А со Ставропольским однажды коллега в КИС вообще в минуса попал. Ничего не вылупилось. Так что это еще ничего. Скорее всего, мое предположение, тупо сроки инкубационного яйца не выдержались. Были, видать, какие-то препоны. Вовремя не приехало. Где-то что-то задержали. Ну и вот оно, получились минуса. А такие же минуса не только у нас двоих. Там много народу тарится. Вот еще заказали яичек тут по блату, по знакомству. Блин, ну мы яйцами совсем не занимаемся.
Ну, очень сильно хорошо просили. Ну, не смогли отказать. Вот так вот и продала яйца. Зазор там 3 копейки. А в случае чего не получится, зачем мне нужен этот негатив? Ну, уж если сильно просят, как отказать? Настойчиво люди уже сильно просили. Думаю, ну ладно, попробуем. Еду за мамой. У нас минус 6. Гололед. В прошлый раз меня здесь прям поперек развернуло, вот по этим колеям ехал, так что аккуратно, не спеша, так, и машина встала поперек. Я думаю, нормально. Сейчас думал, может проскочить за подсыпкой для пролирочков. Но боюсь, по такому гололеду, озябная там. Если пустая машина ехать, не может тронуться на ровном месте. А я буду с прицепом, а еще мне надо будет там разворачиваться в каких-нибудь очень неудобных местах. Поле, чистое поле. Ямки, ямки, ямки не видать. Включаем печку. Печку. Вторая передача печки. Едем дальше. Здесь у нас главная дорога по асфальту. Ходит маршрутка. Сыпет соленым песочком. Поставил поивочку цыпляткам. Первые уже начали пить. Я очень рад. Так что пейте. Комбикорма купил, полный багажник. Сейчас сам чайку попью и буду разгружать, заниматься дальше. Финиш забрал последний. Южные короны в этом месяце не будет, в лучшем случае в феврале. Так что, возможно, придется переходить на другие корма. Есть Белгород, есть Пурина. Пурина более известная, Белгород пока не известен. Вывод, конечно, слабенький, 75 цыпляток из 120 яиц. Какой есть, такой есть. Как коллега сказал, мне хватит, а нам даже чуть-чуть на продаже хватит. Вот какое у меня пятнышко черное, красивое. Какой красивый цыпленочек. Ой, упал. Ладно, все, занимайтесь. Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя, ля-ля-ля. Вчера ночью по темноте вот эти блоки перекидывал, а то тут через эти ворота пока перепрыгнешь, пока перелезешь, накидал кучку туда, здесь вот освободил пространство, да и здесь уже поменьше стопочка стала. Еще много, но ничего, потихоньку маневрируем. Дары. Ты мой хороший, мой хороший, мой хороший. Мой хороший рыжий морда. Да, такой хороший рыжик. Рыжий пыжик. Грибными блоками будем дальше отсыпать там. Потихоньку здесь накидал вот. Розы все же хочу утеплить. После того, как прошло 2/3 зимы. Но лучше позже, чем никогда. Вот и здесь также. Сюда натаскал блоков. Сюда. Сейчас они на солнышке оттают днем. И буду их резать. И продолжать отсыпать. Вот там вот по дальней стороне отсыпал. Милое дело. А вот здесь вот еще шифер торчит. Ну, еще не очень. Лед. Лед. Ночью был мороз. Но уже начинает оттаивать. С северной стороны тоже отсыпал. И тоже натаскал вот тут кучу блоков. Здесь повыше отсыпал. И там и даже немножко серединки досталось. Но потом блоки закончились и надо было носить их снова. Ну я продолжал носить их снова. Так, ладно, пройдем напрямую по блокам. По какашкам они сейчас замерзшие. Да не сильно. А! Слегка рыхлые. Рушатся. Катальпочка какая. Какая катальпочка. Красивая, мощная.
Можно вот эти вот ветки обрезать, и оно дальше еще погонит ствол вверх такой свечкой. Птицы на заднем плане. Красота. Черешенка. Тут у меня снова блоки. Солнышко светит, красота. Открываем наш чудо-замочек. А здесь у нас семейная идиллия. Парочка на солнышке греется. Да какая красота. Грейтесь, мои хорошие. Стоп. А яйцо под тобой? Яйцо здесь лежало, перед тобой. Ты его к себе подвернула, высиживаешь? Молодец, давай высиживай. Это хорошо. Привез комбикорма, целый багажник. Вот надо бы сейчас снова засыпать. Но вчера кормушки еще были полные. А сегодня от этого мешка 25 килограмм ничего не осталось. 1050 рублей вышел к финишу. Пока что мне обходится по старым закупочным ценам. Надеюсь, новые цены уже будут подороже. Так, ладно, буду дальше управляться. Красивые, красивые. С утра прибежал, одно ведерочко быстренько налил. Остальные помыл, поставил сохнуть. И вот они, это единственное ведерочко, атакуют. Кормушку доедают. Цыганочка наша так и сидит в своем гнездышке. Вон, все вспенилось, охраняет. Не подходить, не подходить. Клюну больно будет. Да, и здесь. Кво-кво-кво-кво-кво. Петя, молодец, умничка. Когда уже у курочки спинка грязная будет? Ты не грязная, в общем. Когда топтать начнешь? Пора уже яички тоже в инкубатор складывать. Раз поставщики подводят. Ну не поставщики, я больше чем уверен, что у них там были свои препоны, приключения. Что же им самим в кайф поставщикам тянуть поставку? Нет, у них возникли трудности, которые, благо, не решили, но не без потерь для себя и для нас. У них что, потеря в репутации немножко, то что они виноваты, что ли? Кому же виноваты, не сомневаюсь. До этого-то все ровно было. Уже второй год занимаемся, все более-менее замечательно. Так что хорошо иметь дело с теми, с кем ты его имеешь давно. Ладно, будем заниматься. Температура на солнышке 15 градусов. Это очень хорошо. Выключу сейчас светильник. Один, второй. Поэкономим электричество. Можно было бы дуйку выключить, но она потом уж очень тяжело запускается, уже и хана приходит. Так что насколько хватит, настолько хватит. Этим можно уже смело и ведерочко мыть, чтобы новую чистенькую водичку заливать. Ну ладно, сейчас налью еще обычную, а потом помою. Что-то прям солнышко хорошо пригревает в тепличке. 15 градусов на градуснике. Да я сходил, разделся на улице на дерево. Повесил куртку, шапку. Красота, здесь тепло, хорошо. Даже думаю, можно и выскакивать надолго, спокойно. На солнышке уже прогрето, все тепло. Обезьянки блошек друг у друга выбирают. Эти тоже помогают друг другу очиститься. Я сначала думал, она подъедает ее перышки. Не, вроде больше заботы. На заботу похоже. Но не бойтесь, не бойтесь. Все, 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 занимайтесь, не буду вас отвлекать. Снесла курочка яичко, оно еще мокрое, вот высыхает прямо на глазах. Прямо на глазах высыхает, только что прям мокрое было, блестело. А где ж ты то яйцо дело, которое там оставалось на ночь? Неужели вниз свалили? Вот мокренькое досыхает. Под себя, под себя, под себя. Вот и умничка. Заботливая мамаша. Второе яйцо куда такое дело?
Надо вам сделать все-таки коробочку какую-нибудь здесь. Такую плоскую. Хорошо, я учту ваши пожелания. В брудер подглядываю, в брудере яйца нету. Подрезели. Да. Молодцы, молодцы. Заботливые родители. Вот что бы тебе в том ящике не сидеть тесно, ну ладно, сделаем тебе такой широкий, хороший, красивый. Да какая заботливая мамаша. Она заботливая. Занимайтесь, занимайтесь. Ой, мои хорошие. Га-га-га-га-га-га-га. Хорошо тебе, рыжик? Ты мой мур-мур-мур. Ты мой хороший. Любишь прыгать на батуте? Скажи, мне нравится здесь сидеть отдыхать. Курочки. Ой, это даже летает, они многие тут летают. Принес им по грибному блоку. Сюда думал подсыпать песочку. Да в курятник можно. И этим принес. Тоже им подсыпать можно. Что у нас тут, дверь примерзла? Водичка была, надо принести им водички напоить. Упс. Замерзла дверь. Готово. Надо, конечно, сегодня подотает, все почистить. О, яйца аж на входе валяются. Ну, вы даете. Комбикорм весь сожрали, приду кормить вас. Вы даже без комбикорма яйца несете. Да вы мои умнички. Сколько тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 яичек. Да вы мои молодцы. Время-то еще 10 утра только. Красота. Труженица несушечки. Беленькие, крапчатые. И снова беленький декаблд уайт, ломан браун, мешаный, московская черная, мастер грей, с павловским мешаный. Вот такие вот красавцы яички от них. Ну хорошо. Ладно, буду убирать урожай, кормить их, поить. В общем, заниматься дальше. Хозяйство управлять. Набрал 13 яичек в курятнике. Красота. Очередной рекорд. 21 курочка. 13 яичек. Курочки вон и такие крупные, хорошие есть, мясоичные. Ну и мелочи такая несушечная. В общем, вперемешку всякого разного. Московская черная. Ой, тут толпа выстроилась голодная. И ты к нам в гости тоже прешь. Тоже пить хочешь и кушать хочешь. Бросай свои дурацкие ролики снимать. Корми нас, пои. Кому нужны твои видосы? Да вы мои красивые. А, какие же вы красивые. Здоровые. Тумбочка. Тумбочка. Бройлерная курица. Сейчас Иван займусь. Все.
Вот это вас толпа. Толпа. Ладно, пойдем заниматься. Да ты глянь, какой ты отважный. Да ты молодец. Так, лишний раз крышану тебя на всякий случай, чтоб тебя никто не обидел. Ладно, надо всех кормить, поить, и тогда все вдоволь будет, никто никого лишний раз обижать не будет. Полин, видосик для мамы. Полин, передай маме привет и скажи, что мама, я тебя люблю. Ну, посмотри сюда, в камеру, чтобы мама увидела твои глазки. И скажи, мама. Полин. Полин, скажи. Полина, ну будь добра. Полин. Ну не стесняйся. Полин. Скажи, мама. Мама, я тебя люблю. Да ты моя умничка. Дай тебе поцелуй. Мы тебя любим, мама. Погодка просто чудесная. Тепло, солнышко, весна, я и сам раздетый. Наша лужа замерзла, но ничего, оттает. Я иду разгружать комбикорм, полный багажник добра у меня тут всякого. Вот так вот даже. Аж крышка не закрывалась. Выручает, конечно, машинка. Выручает. Буду разгружать. Солнышко, тепло. Остался мешочек финиша. И кега заехал, взял в пивную кегу, из них получаются отличные поилки. Как давление стравливать? Берешь пробку от полторашки, кладешь ее сюда, нажимаешь, и давление стравливается. Усилие определенное, конечно, надо приложить, но потом как-нибудь покажу. Весна идет, весне дорогу. Скорее бы уже покататься на этих аппаратах по большой земле, и на том, что под тентом стоит, и на девятке хотел сегодня выскочить, но дюжи гололед сильный, на Калине, на липучке он в небольшую горочку не смог даже тронуться здесь, вот на этом перекрестке, туда мордой, потом задом и сюда в горочку, и не смог, пришлось снова задом сдавать, а потом с разгончиком кое-как, а здесь вчера вообще на ровном месте прям развернуло. На первой передаче ехал, мне так и поперек поставил. Так, меньше трындеть. Взял мешок и понес. Какая красота. Открываю дверь, чтобы это комбикорм сюда загрузить. В тепличку кормить птичку. Вон завалили уже кормушку. А тут второе яичко. Вот это да, беленькая два яйца за день снесла. Красота. Успехи. Или это все-таки тоже нашлось? Не, наверное, все-таки то нашлось, я снесла, но вот он. В общем, я очень рад. Занимаемся дальше. Пока нерадивый хозяин все никак не накормит кур. Она уже сама перелетела через забор, да. И тут наводит порядки в гусиных кормушках. Приготовил ящик под гнездо. В общем, везде. Я пчелка, нигде не успеваю. Жарко, вон куртку снял, висит. Хотя ветерочек прохладный. Но солнышко греет, и это радует душу. Так, принес мешок. Приступаем к кормлению наших курочек. Берем майонезное ведерочко и засыпаем. Полетели они кушать.
Чи мимо просыпается, они подберут. Сейчас голодненькие, проголодались. Ведро сюда влазит. Возможно, этот мешок на этот и на соседний курятник, где молодежь сидит и разойдется. Я соичник подкормил и перейду на несушечный комбикорм. А пока балуем их финишем. Финиш стоит дороже, чем несушечный, на 100 рублей. Готова полная труба, закрыли колпачком, куры счастливы, а мы идем к соседям. Да не, от мешка еще что-то и останется. Тут теперь освобождение вокруг кормушки. Конечно, не надо допускать таких перебоев в кормлении. Но бывает, что не все успеваешь, и цыплята улупились, и одно, и другое, и третье. Все надо было как-то успеть. А когда ты все успеваешь, да ничего ты, ничего и не успевает. Частенько бывает и не успеваю. Ну, стараюсь, по крайней мере. Столпотворение кормушки. Голоднесики, все засыпало полное. Надо соображать какие-нибудь дополнительные кормушки. Не хватает площадек, да? Немножко не хватает площадек. Подсыпал на подсилку грибных блоков. Все проголодались. Два яруса пушек. Это же плохо, очень плохо. Надо как-то успевать все кормить, всех содержать. Наесться наелись, потянулись к водопою. Там ждет свежая чистенькая водичка. Идите пейте. Попили водички снова к кормушке. Засыпал те кормушки. Сейчас эту я буду засыпать. Одну руку как всегда неудобно. Не буду что-нибудь придумывать. Ладно, уже не влезет. Это надо крутнуть. А для того, чтобы крутнуть, все равно нужна вторая рука. Поставил кормушку. 75 цыпляток в коробке. До этого ставил поилку. Напиться они уже напились. Теперь вот начинают кушать. Ну, приятного аппетита вам. А то сам хотел покушать, но думаю, ну как вот ты сядешь кушать, когда они у тебя голодные? Как ты есть-то будешь? И решил сначала накормить их. Ну а сам уж по остаточному принципу. Заказали яйца несушки инкубационного Ломан Браун. Уже яйцом торгуем. Мы не хотели, но нас так упрашивали, не смогли отказать. И бройлеров заказали другому клиенту под него конкретно высиживать. 90 цыплят, 80-90 он заказал. Цыплят под него мы взяли 120 яиц. Один инкубатор у нас вышел из строя. Вот, кстати, да, 8-й пункт надо себе список дел записать на сегодня. Завести бы желательно еще инкубатор. А, сегодня воскресенье, сегодня выходной. Сегодня могут не работать, завтра отвезу. Подготовить, по крайней мере. Хотя бы кинуть в машину, пусть в машине снова валяется.
А сейчас поеду отвозить заказ. Запчасть повезу отвозить с микры. Продажа вчера была. Покупать запчасть для Калины. Моторчик дворников у меня сгорел. Не сгорел, редуктор связался. В общем, 7 пунктов там у меня. По задачам будем потихоньку выполнять. На улице курятники и теплицы более-менее управил. Можно переключиться сюда. Хотя и там тоже есть чем позаниматься еще. Посмотрим. Покой нам только снится. Я покушал, они покушали. Расслаблен сейчас такой. Нам надо заниматься. Идти на улицу в теплицу по очередному кругу. И отсыпать вокруг теплицы грибными блоками. За этими уже приеду через часик-другой. Прикольные такие, пушистые, мягкие. Обожаю мелких цыплят. Ладно, все, отдыхайте. Несколько часов они наелись, и я досыпал остатки из мешка. Было где-то вот так вот, вот я досыпал. 25 килограмм распределилось по двум курятникам. Основному вот он, основной, в эту трубу. И этот дополнительный. Здесь молодки, молодые петушки и курочки. 20 с лишним петушков. И 30 в районе 3 десятков несушек. В общем, пока те несушки кормят вот этих несушек. Вот сегодня они снесли 13 яиц по 200 рублей десяток. Сколько получается? 260 рублей. Мешок комбикорма 1050. На это им на рост по-любому финиш пойдет. Тем несушечным чуть подешевле. В общем, в принципе, на четверть мешка за один день они заработали. Но они, наверное, столько и съедят. Даже, наверное, больше. Посмотрим. Сегодня мешок засыпал. Что будет завтра? Ролики сейчас стараюсь каждый день снимать. Вон они здесь толпой ходят тут. Тусят. Так что будем смотреть на дальнейшие расходы. Ой, обожрался аж цена. И упал. И встать не могу. Давай, вот да, вот из-за неуклюжести они свои погибают. Да. Один вот задавился сегодня. Пришлось выкинуть. Вот так же в курятничке застрял. И что его там сели на него сверху? Задавили. Скажи, держите нас отдельных помещений. Ну, нету пока отдельных помещений. Рыжик, хорошо тебе на батутике-то, да? Теплушка, Светочка, да? Мур-мур-мур-мур-мур. Мур-мур-мур-мур-мур. Хорошо тебе-то. Хорошо, мур-мур-мур. Мур-мур-мур. Рыжая морда. Ты мой хороший, упитанный мой котик. Обормотик. Красавчик. Бегаешь, чтобы замерзнуть? Ну ты даешь. Пойдем домой. Иди в дом. Иди в дом. Скажи, я закаляюсь, да? Заходи, моя хорошая, заходи. Побитие очередного рекорда. 13 яиц у нас уже сегодня было. И вот сейчас даже 14 яичко. Ну и красота. Заказчик просил, ты до 1000 рублей добей. 46 яиц, 920 рублей, теперь 47, 940 рублей. Не хватает совсем чуть-чуть. Трех яичек не хватает. Яички там у вас нигде не завалялись. Ой, уже здесь пора чистить, елки-палки. Сегодня оттепели, вчера было. Надо было чистить. О, завалялось. Ты глянь. 14-15 яичек. Красота. 300 рублей вы даете? Треть мешка, там комбикорма вы окупаете. Да мои вы молодцы. Кушай, да, кушай, никого не слушай. Кушай, никого не слушай. Приятного аппетита.
буду чистить. Сегодня уже не успеваю вам курятники, завтра, скорее всего, будет оттепель, тепло. Повычищаю вам отсюда какашки. Хотя бы верхний слой посмотрю. До сухого надо докопаться, а тут вот сверху много мокрого. Да, вы мои хорошие. Вы мои хорошие. А то, может, китайскими добью. Да ладно, по 200 рублей китайскими. Хотя китайские вообще 100 рублей инкубационное яйцо стоят. Но они у нас пока не инкубационные. Пока Петя у нас не трудится, пока они у нас просто столовые. Так, ладно. Пойдем управляться дальше. О! Двери-то за собой закрывать нужно. Вот так вот, не донес яички. Полин, ты далеко пошла? На каток кататься? Ой, холодно, да? Холодно, ты ходила кататься на каток? Холодно, иди домой греться. Что это? Это лед. Лед, снег, песочек. Иди домой, заходи в тепло. Заходи в тепло. Ой, хоть побегала немножко, да, Полин? У нас лето круглый год. Все, закрывай дверь, закрывай. Вот, умничка, молодец. Несу яички домой. 15 штучек сегодня. День чудесный, солнечный, конечно. Сегодня всем охота заниматься, не только яйца нести. Ой, птичка, не стыдись. Ты мой молодец, умничка. Очередной круг управки. Сделание гнездо из ящика. А то она его сегодня катала, и туда, хоп, и за ящик закатился. Начала работать отсыпка мульча. Стал высыхать шифер на солнышке. Здесь еще снежочек капает. Вот печет. Да ты мой хороший. Но все уже меньше. Спой еще. Ох, как он в первый вечер в доме пел с утра. Какая красота. Обожаю его. Слушайте, до сих пор он мне нравится. Вот такое вот яичко. Размер, может, не сильно большой. Ой, уже приехали подцыплятки, звонят мне. Все, побежал я. Приехали подцыплятки. Да, побежал я. Цыпляточек. Вон тут пьют все. Все, побежал. Забрали 50 цыпляток. Поехали в Ольховатку, соседний район. 100 рублей цыпленок, 5 рублей. Ай! Упал. Вот мы их тут помедитируем. Денег. Приноси нам это дело, приноси это хозяйство. Себе бегу насчитал, 24 штучки осталось. Видать, может, ошибся, когда их подсчитывал. Осталось себе пару таких красавчиков с черными пятнышками. Люблю я такие с черными пятнышками. Ну и там тоже дал, и себе оставил. Красота. Сейчас бегом доуправляю теплицу. Мама тут порядки наведет. Будем отвозить заказы. Это у нас курочка на заказ. Тоже сейчас повезем. На 4 430. Попросили сразу на кусочки. Ну, куда деваться. Мама все сделала на кусочки. В общем, трудимся мы семейным подрядом. А-ля у нас семейная ферма. Сейчас мама управится на кухне порядки. Я в тепличке порядки донаведу. Это у нас запчасть с деком отправить в Краснодар. Постоянно клиентки на микрю. Это яички. Еще парочку надо добавить. Почти на 1000 рублей. По 200 рублей десяток. Постоянно клиент берет. Ну, яички, конечно, отборные. Вот это по центру, или вот это вот крайнее, 90 грамм весит. Там первый сорт от 55 грамм идет. А у нас даже не знаю, какой сорт, если мы в два раза тяжелее и больше от первого сорта. Вполне себе люди позволяют. Обычные среднестатистические жители, которые ценят свое здоровье, любят вкусно покушать и готовы оплачивать по 200 рублей за десяточек домашних деревенских яичек. А это у меня очередной моторчик дворников на колени сгорел. Дворники примерзают из-за этих морозов.
И, в общем, буду менять. Научился уже сам их менять. Три болта откручиваешь. И все это вполне очень легко меняется. На автосервисы то не пробиться. Знакомый говорит: Санёк, да ты же разборщик, что ты там сам три болта не открутишь. Винесса, я этим никогда не занимался. Одно дело раскрутить на продаж, а другое дело починить, чтобы это все потом работало. Везде же свои нюансы, а когда не знаешь, темный лес. Ну а теперь с опытом, я думаю, за пару часиков, если не быстрее, я его поменяю. Так что у меня два. А это для образца положил, потому что они там разные, отличаются. На широкий вал, на узкий вал. Вот у меня широкий вал. Ну а потом надо будет мыть инкубаторы. Один, другой. Вон еще вот такое тут осталось хозяйство. Вот они, невылупленные яйца. Это вот скорлупа. И вот они тоже яйца. Вот такой вот убыточек-прибыточек. Курочка присматривалась, как залезть. Но я ее спугнул. Расчихнул тут калитку. Ладно, сейчас я вас воссоединю, верну тебя обратно. Класс, обожаю на солнышке тепличку. Как я раньше тосковал. Что это? Папа в тепличке и каток. Как я тосковал по солнышку. В доме есть доме. А в тепличке все равно уже лето. Да, Петя? У тебя тут лето на солнышке? Лампочки надо повключать. А то я боюсь, что в следующий раз, когда я приду сюда в тепличку, будет уже очень темно. Да, ух, срак. Будет очень темно. Дополнительная поилка. Водопойная бочка моя. Это резерв. Она сделана под капельную, под ниппельную, то есть. Но никак я... Вон, ниппелечек торчит. Высоко. Не придумал. Выставлял ее на кирпичи. А в этот раз думал по-хитрому сделать, но не получилось. Хотел отсыпать отсыпкой по такой уровень, но так я и не выскочил за подсыпкой. А подсыпка вон на 40 сантиметров ушла. Там вон вообще яма образовалась. Цыганочка здесь насиживает свои яички. Вчера у нее было яичко. И сегодня, возможно, по идее, она тоже снесла. Можно под тебя заглянуть? Не? Нельзя? Ой, ой! Все, все, не буду, не буду. Я понял. Я понял, ты можешь постоять за свое потомство. Охраняй, охраняй. Ну так Петя-то в гости заглядывай, а то без Пети потомства-то не будет. Да. Петя тут такой красивый, скучает, готов. Да, Полин, папа в теплице. Хочешь, иди в теплицу. Эти уже снова отпили тут по пол ведра. Снова нужно доливать. Так, включаем свет. Вот тут вот такой тумблерочек. Включаем и второй. Температура 17 градусов. Идеальная температура для бройлера. Светильник светит. Вы что тут разложились? Все у вас тут хорошо. Кормушка полная. Будет тут в лёжку. Тоже можно вам уже бы и подсвежить. Какашки вы какаете конкретные. Какашки, блин, у тебя голова меньше, чем эта какашка. Это две головы какашка. Как вот хорошо. Очередной грибной бок на оттайке. Здесь сейчас пошарудить. Корма подсыпать. Кушайте, мои хорошие. Кушайте. Давай, давай, иди к нему. Иди, иди, иди. Иди, иди, иди. Запрыгивай по ступенькам. Давай, давай, давай. Он тебя ждет, зовет. Ждет и зовет. Глянь, как заманивает. У него там для тебя гнездышко красивое. Да. Ко-к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 о. Давай, я тебе помогу, потороплю. Да. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Хорошая, хорошая. Он сразу приседает. Вот ты бы перед петушком бы ты так приседала. Петушок, вот тебе курочка и приседает. Давай, делай свои дела. Сколько уже можно ваши яйца на омлет пускать? А он ее боится, а не, заманивает. Да, 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 заманивает. Песенку может спеть какую-нибудь хорошую. Кукарику! А ты покушай, покушай, никого не слушай. Да? Покушай.
Петя, ты залазь, не стесняйся, потопчи немножко. А то от вас пока дождешь 7 инкубационных яиц. Лето настанет. Или гляди, я другого Петю куплю. За мной дело не заржавеет. Будешь долго стесняться. Да, тебя продадим, другого купим. Иди, смотри, зацени там у тебя гнездышко с яичком. Петя, посторонись. Пусти мамку. Петя, пусти мамку до гнезда. Она ищет вон, где ее гнездышко. Где яичко. Вон оно, яичко лежит. Ты его ищешь, потеряла? Иди вон туда. Иди вон туда, обрати свой взор. Вон оно, вон оно. Вон оно лежит, красивенькое, такое беленькое. Ты же его видишь, ты же его узнаешь. Все, вниз полетело. Ну, лети. Ладно, гнездо хотя бы утверди. Иди, гнездышко, проведай. Вот оно, глянь, какое гнездышко. Вот оно, яичко твое, да. Все, сиди, высиживай. Дальше пойдешь. Попей водички. Бороду свою скупай, помой. Ладно, все, вы сами знаете, что делать. Скажи, не учи ты нас жизнь. Мы тут сами самостоятельные, да. Даже летаем потихонечку. Что ты, Петя? Ну, жди следующего свидания теперь. Визита своей прекрасной половинки.